Особый подарок получила прекрасная половина жителей нашего округа. В преддверии 8 марта во Дворце спорта «Триумф» прошел праздничный концерт. Женщин поздравляли лучшие творческие коллективы округа и представители власти. «Триумф», как всегда, встречал музыкой. Праздничное настроение гостям начинали создавать уже в фойе Дворца спорта. Духовой оркестр исполнял знакомые мелодии, а далее на центральной арене гостей уже ожидало театрализованное представление. День для женщин подготовили яркие и красивые номера. Звучали самые теплые слова пожеланий. Владимир Ужицкий на празднике отметил высокую работоспособность, самоотдачу и ценность женщины на земле. И мы приходим в школу, там кто? Больше 80%, где-то 83% это женщины. Садики, воспитатели 100% женщины. На узловых точках только женщины. И это доставляет, я думаю, мне, по крайней мере, удовольствие, потому что это есть надежность, это есть разум, интеллект, мудрость, и знаешь точно, что тебя не подведут. Концерт в честь 8 марта стал уже традиционным. На этот раз центральная арена «Триумфа» была полностью заполнена. Танцы, музыка и песни в этот день создавали настоящую праздничную атмосферу. В адрес главных виновниц торжества звучали самые теплые пожелания. Депутат Мособлдумы Игорь Каханый также присоединился к многочисленным поздравлениям. Знаете, вы несете в нашу жизнь красоту, тепло, заботу. Я вам пожелаю в этот день, чтобы вы любили, были любимыми. С этими словами согласны и сами женщины-гости, которые присутствовали на этом праздничном концерте. Просто, наверное, любовь близких, подарки от них, внимание. Я думаю, что вот это для меня самое главное. Анна Троян, Мария Антонова, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.